Теперь подать заявление на разовую выплату на ребенка можно в Кировском МФЦ. Напомню, 11 мая президент Владимир Путин во время телевизионного обращения к россиянам сообщил о пособиях. На каждого ребенка с 3 до 16 лет будет выдано 10 тысяч рублей. Оформить заявку можно было через госуслуги и пенсионный фонд. Но кировчане заметили сбой на портале. А возле здания пенсионного фонда выстроились очереди. В правительстве Кировской области приняли решение о том, что заявку на разовую выплату можно оформить и в МФЦ. Для этого необходимы паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС и номер банковского счета, на который поступит выплата.